Друзья говорят, что вышивка и кружево сами меня находят. Да, такое иногда случается. Хотя каждый раз я этому удивляюсь. Хозяин квартиры, которую мы арендовали в Катании, человек очень далекий от вышивки, но при этом очень общительный. Я ему рассказала, что я вышивальщица, о своих связях с Италией, показала свои работы. Он восхитился, внимательно на меня посмотрел и сказал: «Подожди, у меня кое-что есть. Правда, говорит, я не знаю, что это». Я говорю: «Ну, если ты не знаешь, то, скорее всего, это томбола и фузелли. Не знаю. На, смотри сама». И дают мне две коробки. Содержимое этих коробок я вам сейчас хочу показать. Да, действительно, я оказалась права. Там были коклюшки. Ах, как они звучат. Какая-то мелодия, какая-то музыка. Видите, на многих еще даже осталось... намотка. Хозяин предположил, что все предметы это примерно до 30-х годов 20 века. Так что можете себе представить, сколько им лет. Прекрасные, очень приятные коклюшечки. Держать их в руках невероятное удовольствие. Да, и, конечно, была подушка для плетения кружева. Как на коклюшках, ну, в принципе, для игольного, некоторых видов игольного кружева она тоже подойдет. Набита она соломой. Представляете, какая это прелесть. Я знаю, те, кто плетут коклюшечное кружево, это оценят. Еще в коробочках были сколоки. Вот такие фрукты. Вот такой красивый узор. Это все выполнено, представляете, чернилами. Настоящими чернилами. Вот такой красивый узор. И еще вот такой. Это узор для выполнения кружева Ренессанс. Вот оно здесь как раз тоже есть. Кружево Ренессанс. Это кружево, которое выполняется по тесьме. Оно игольное. Вот такая бумага. Вощеная, похоже. С этой стороны также выполнен узор чернилами. Все это сколото булавками. И потом к этому пришивается тесьма. Пространство между тесьмой заполняется игольным кружевом. Здесь даже осталась иголочка. Видите, уже начала вышивальщица работу, но не закончила. Работа должна была быть большой. Я предполагаю, что это элемент для украшения либо постельного белья, либо занавески, которые здесь очень популярны с вышивкой и кружевом. Вот такая вот большая работа. Вот. Очень длинная. Еще кружево Ренессанс есть здесь в таком виде. Здесь тоже работа не закончена. Вот. Но все-таки игольного кружева уже больше. Здесь можно видеть, как проложена тесьма, а здесь уже выполнено игольное кружево. Я думаю, что это тоже ученическая работа, потому что вот здесь есть аккуратные элементы, а вот здесь уже не настолько аккуратные. Поэтому я предполагаю, что это ученическая работа. Надеюсь, моя ученическая работа «Кружево Ренессанс» будет лучше. Я очень хочу приехать сюда, на Сицилию, к моей приятельнице Франческе, сертифицированному преподавателю вышивки, президенту ассоциации, поучиться этому очень красивому игольному кружеву. Вот еще тут тесьма была в коробочке для выполнения этого кружева. И вот смотрите, что еще было. DMC-80. Каждая кружевница имеет у себя эту нить.
и не выполняет никакими другими заменами. И напоследок покажу вам самую понравившийся мне предмет. Это пяльцы, правда, без основания, но в остальном они в прекрасном состоянии. Все работает, все крутится, хотя это деревянные элементы. Совершенно не рассохшийся обод. Прям вот идеальное состояние. Вот такая вот красота. Вот, надеюсь, вам понравилось, было интересно полюбопытствовать, что же в этих двух коробочках на антресоле у юриста в городе Катания.